Приветус, амигос, я снова в убежище этого долговязого Джо, или как его там. И будьте внимательны, потому что второй раз в это убежище не попасть. Если вы отсюда выйдете, придется загружаться. Дверь, видимо, заклинивает окончательно. Загрузился я сюда. Нет, не для того, чтобы посмотреть на эту шестигранную полигонную трубу, а потому что в комментах написали, что здесь не все так просто, что вот эта перчатка, она абсолютно магический предмет. У нее 50% шанс ваншотнуть. То есть сейчас мы узнаем, так это или нет. Может быть, бейсбольный мяч тоже ваншотнет? Или плюшевый мишка волшебный? Или лопата? Может быть, что-то здесь все-таки есть волшебное. Так, предмет. Оружие. Мы сразу видим, что перчатки здесь нету, потому что это не оружие. Приветос, амигос. Ну что, чем займемся сегодня? Попытаемся захватить мир. Или еще чем-нибудь для разнообразия. Так, у меня, кстати, на свалке, когда я там лазил, искал этот сраный убежище, вот это вот радиосигнал поймал. Откликнуться на просьбу о помощи, выход на поклон. Сейчас пойдем откликнемся. Откликнемся, наверное, на зов о помощи. Так, ну что, в каком бы доспехе сегодня Тони Старку пойти вершить свои дела? Все поперепутано, что-то попередело, но точно не в этом ведре. Ржавое не прокачать, у меня не хватает меди, еще куда говна. Ржавое, поэтому стоку, и придется, я думаю, идти в силовой броне Братства Стали. Притворяться, что я действительно их верный член. Тем более броня, это Братство Стали, она не намного хуже. А я поставил фонарь в олдбой обратно, потому что у меня нету меди, чтобы скрафтить яркий налобный фонарик. Обычный я не хочу. Видите, какой кусок дерьма? Это же просто, вот кто придумал этот фонарь, надо тому человеку в голову, сука, гвозди вбить. Я не могу, не, я не могу. Я думал, что я смогу на это смотреть, но я не могу. Это отвратительный мир. Оно просто давит мне на мозг. На самом деле это просто нереально. Где мои модификации? Защита, защита. Вот, налобный фонарь. Нет, налобный фонарь. Можно два обычных поставить, чтобы они вдвойне все-таки светили. Не хочу я ни яркий, ни маркий, блядь. Не синий. О, у меня ящики в воздухе висят, как классно. Зато нагибаться не надо. Вон тут оружие, тут эти тут доспехи. А тут будут лежать дерьмовые модификации, которые я не хочу больше ставить. А вон они в каких коробочках, охренеть. Упаковал. Так, собственно, где? Куда пилить-то надо? Давай, рыбаков, быстрей. Где там этот выход на поклон-то? Ёптвою мать, я ничего не вижу. Откликнуться на просьбу о помощи. Это рядом с церковью Троицы и бостонским публичной библиотекой, хотел сказать, ну, штаб-квартира корпорации Уилсона. А я что, тут не был, что ли? Я же все это зачистил, по-моему. Или тут что, мобы спаунятся, чтобы Братство Стали могло тебе раз за разом давать одни и те же квесты на зачистку? Хрен узнает, как быстро плодятся гули. Вообще, судя по картинке в Пип-Бое для этого квеста, по превьюшке, там, походу, супермутанты кого-то выступать заставляют. Что-то какая-то аномально долгая загрузка. Кстати, ух ты, как красиво. А я там был вообще внутри-то? Церковь Троицы. Да был, наверное. Как я мог там... Тогда почему не зачищено? Блять, что-то... Это не дает мне покоя. Блять, но загрузка тут была сейчас очень долгая. И, походу, когда я буду выходить отсюда, она снова будет.
Давай, грузись. Сволочь. Вон, смотрите, как я мог тут быть. Я тут был, я зачищал эту локацию, я хорошо ее помню, но я вижу, что все вернулись. Да-да, котел вон там. Все как и было. Все точно так же. Значит, это значит, что спаунятся они, ёптать. Они целыми локациями спаунятся. Или я все-таки с чем-то путаю? Кстати, сколько у меня там по весу-то? О, нормально. Мешок с мясом. Может, это просто церкви похожие? Mass Fusion зачищена, это не зачищено. Пикмана зачищена. Старая церковь. Может, я вот в старой церкви, наверное, был. А в этой, наверное, не был. Они же, наверное, одинаковые все. Кстати, вместо своего этого автомата, пулемета, говномета взял пусковую установку. Думаю, что у меня снарядов накопилось. Надо же юзать. Вау. Но в бестию хотелось бы попасть, конечно. Слушай, все-таки. Вау, пошел кумулятив. Но не пробил, блядь, лобовую броню его. Сука, а че же, блядь, во что он там одет? Дверь какая-то в жопу дверь, это ошметки дверные. Не-не-не, все-таки я, по-моему, здесь был. Кто-нибудь, блядь, сталкивался с таким говном, что мобы спаунятся, а? Напишите в комментах, кто играет. А чё они? Лут тоже заспаунили, что ли? Да нет, наверное, просто церкви. А они все, наверное, одинаковые. Миниган. Там котел был. Там был котел, а здесь плита. Газовая. Поэтому это другая церковь. А чё, я когда успел гончую мутанта завалить? Взрывом, наверное. Два минигана, ёб твою мать. Зачем ему два? Он что, с двух рук стрелял, что ли? Так даже Бандерас, да чё, был крутой в фильме Деспирадо, но двумя миниганами он не стрелял. Валёк носится. Так. Ну, я так понимаю, что больше тут ничего нет, да? Так себе локация какая-то. Невозвращенная книга. Эдсбс. Темно тут, конечно, как в заднице. Мне надо лут собирать теперь не на болты, керамику и всякое, и алюминий, а на долбанную медь. Медь закончилась. Я крафтил лампочки в доме и перевел всю медь, как лох. Бутылка пива. Что они тут так и не выпили? Сидели тут в церквушке с пивасиком. Наслаждались проповедью. Патрон дробовика. Стоило ли его тут прятать-то, ёптать? Нихера, ну. Это анимация падения с высоты такая, что ли? Ядеркола. Нахрен я взял вот ядерколу эту. Сейчас я тут повыше залезу, сверху спрыгну. О, что-то запрятали.
Да сучи ты. Может мод поставить на быстрый взлом замков и компов? Обмотки для запястья супермутанта. Ваша бутылка с соской. Я поставил. Но, сука, там инструкция на каком-то на албанском, блядь. Мощный охотничий карабин, Вася. Блядь, ментанты убогие. Надо постоянно ментанты жрать. У меня зависимость один хрен уже есть, а так хоть опыта буду получать. Где тут была лестница наверх? Что, у меня глюч, что ли? Была, вот он. Ёб твою мать, и здесь, смотрите, за пизду кого-то лапал. Правильно, я бы тоже хотел так помереть, держа кого-нибудь за пилотку. Ну, видимо, в силовой броне сюда тупо не провалиться. Так, ну и как выглядит прыжок с высоты? По-моему, подо мной даже пол немножко провалился, нет? Или это так и было? Да, наверное, так и было. Это, наверное, слишком круто было бы для этой игры, если бы еще и объект по физике разрушались. Роботу грустно, вы слышали? Охренеть. Учебник. Тут, видимо, какая-то сельская школа была, раз тут еще и учились. Ух ты, это что такое? Тут, походу, это умники и умницы снимали. Да. Локация от бога. Блин, а тут опять ночь. Опять ни хрена не видно будет. Ага. Это имение супермутантов. Но я так и подумал, что квест будет связан с... О, легендарный. Еще один, что он сказал? О, ваншотнул легендарного, что ли? Еще один человек прийти. Нихера себе, впервые легендарного ваншотнул. Следопытский лазерный мушкет. Если вы еще не вступили в бой. Ядерная батарея. А, то ядерный блок. Но это самые говенные, по-моему, легендарные вещи, которые дают бонус. Типа, если вы еще не вступили в бой. Я не знаю, кому надо проходить Fallout по стелсу. По-моему, тут и так все валится на ура. 10-мм патрон. Подожди, а что-то тут винтокрыл летает, что ли? Тоже. Я думаю, просто здесь броня супермутанта. На силовую нельзя одеть. Почему я постоянно нахожу шмотки для супермутантов? Я догадываюсь, что можно... Точнее, даже пишу, что можно взять того супермутанта-ботаника в пати, но что-то мне не очень хочется того... его таскать. Еще Валентин мне не дал свой личный квест. Здесь, наверное, локация каких-то начальных уровней, поэтому супермутанты так валятся охотно. Ну-ка.
выживании, но все нормально. А чё они? Ушатываются-то так. Кости таза. Хотя тут и винтовка-то у меня это. А у нее же двойной выстрел, этот двойной урон или как там. При этом я ее прокачал уже 40% повреждений при стрельбе из подобных орудий. Наверное, поэтому и валятся супермутанты. Это моя убер-пушка. Патронов у меня теперь до конца игры хватит. А это чё? О, поднос. Е, это алюминий. А где винтокрыло летает? Я, сука, слышу его, ну чё-то не видать. Да ладно. Давай, Валёк, назад, нас наебали. Назад, назад. Хотя, слушай, подожди. Блять, и где эта анимация падения? А, видимо, раз на раз не срабатывает, или надо на землю именно приземляться. Типа, чтобы машина подо мной где-то... Она же должна, типа, взорваться, наверное. 500 килограммов, блять, на нее упало. Ядерной брони. Кулак. Сейчас ты будешь не кулак, а этот. Дункан Кулаков, ёпта. Жалкого человека. Я, между прочим, блядь, 31 левела в крутой броне. Так, ну тут, наверное, надо взять что-нибудь такое дробовикоподобное, потому что ближний бой, кстати. Для дробовика патронов у меня меньше всего, походу. А вот, смотрите, вот этот какой живучий был. А опыта за него только 9 дали. Ага. Кого он, блядь, прицеливается-то, ёбаный в рот? Интересно, если супермутанты это люди, то гончие это что, это собака что ли? А что надо было с собакой сделать, чтобы с ней такое стало? Осколочная грена. О! Я смотрю, что техническая документация в этой игре стала либо на глаза попадаться после того, как квест я этот получил на ее сбор, либо она просто в луте стала. В луте появилась только после того, как ты квест берешь. Чтоб ты такой хитрожопый, наверное, не пришел в Братство Стали с тележкой технических документов. Денег на халяву получать. Типа... Персонаж еще не знал, что ему когда-то могут понадобиться тех документы, и он поэтому их не искал. Типа даже внимания не обращал. О! Легендарный пошел. Сука, отстрелить ему кегли, блядь. Пидорас. Валентайн там жарит из своего минигана их или что? И вообще урон там какой-то проходит. Ну-ка, погоди-ка. Вот это кританул, я понимаю. Ну почему? Почему вот за легендарного моба дают опыта, как за обычного? Возвращение. Атакующим 10% урона, полученного в ближнем бою. Охуеть. Кому нужно это говнище вообще?
Возвращать урон от ближнего боя. 10% вообще. Чтоб кто-то умер, он тебе должен 10 раз ударить, что ли? Хотя, смотря сколько жизни, сколько дамага. Это хорошо, наверное, убивать босса такого, как этот лебедь был. На бедренной повязке супермутанта. Лебедь же он супер в ближнем бою, да, дрался. Да все равно, хули мы его 10% возвращать. У него жизни, как, блядь, у танка. Из Left 4 Dead. Пока, блядь, не подожжешь, не помрет. Ну чё за ёпта? Кал 50. Это именно то, что я бы хотел. Че тут слов-то так мало, ё-моё? Ха. Я, наверное, что-то не вижу, но тут... Какого хуя эта дверь, не знаю. Открыть дверь, закрыть дверь. Нахер ее закрывать-то? Ох, нихуя себе. Коробка с инструментами. Это что за работяга такую таскал? Да, смотри, Валек сносит здоровьем. Вообще безумно причем. Поножи супермутанта, блядь. Наветренная повязка супермутанта. Если бы я сейчас в пачке с супермутантом бегал, его можно было ни хреново приодеть, походу. Шип жалокрыла? Никогда не видел и видеть не хочу. О, опять. Ёпты, как бог. Ух ты, блядь. Как-то это все бессмысленно выглядит. Я им что, руки поотстреливал, что ли, смотрите? Какую неловкую позу он встал. Так, ну это быстрый спуск. Что-то эти манекены на что-то намекают, что тут кто-то в куклы играет с ними. Сейчас, наверное, мы это увидим, какое-нибудь чаепитие безумного шляпника супермутанта. Так, а кто, интересно, радиосигнал-то? Не, он с людьми должен играть, по идее, кто-то. Выход на поклон называется. Сколько ж тут этажей-то, ёб твою мать. Чё фонарь-то погас? Опять броня, блядь.
ребята. Ну отсюда, если свалюсь, мне, наверное, точно ноги оторвет. Стимулятором уколюсь и обратно вырасту. Нихуя себе. Старинное супермутантское приветствие такое стоит уже. С кувалдой, блядь. Да, что-то не фуфлыжные какие-то тут. Че значит безопасно, мы еще главного не победили. Ну вот микрофон, и он отсюда орал, значит. Страдай. Давайте попытаемся угадать, что же будет в этом сейфе. Ставлю на то, что здесь будет гладкоствольный пистолет и куча патронов разных. Гладкоствольный пистолет и куча патронов разных. А, блядь. Я думаю, что можно уже переставать взламывать эти сейфы, потому что... Ну, хотя, бля, патроны нужны. Но можно смело ставить мод на автозлом, потому что ничего интересного. Бывают какие-то двери. С другой стороны, патроны можно из трупов собирать, чем я и занимаюсь. Тайник с крышками, 15 крышек. Слушайте, разработчики сами-то хоть помнят, какие они цены в этой игре сделали? Вот чё 15 крышек, что они дают? Если там купить какую-нибудь крутую вещь, у торговца стоит там около 10 тысяч. Waste my time. Someone there. Time to die. Кулак вышел. Блять, придется поебу кувалды все-таки отхватил. Ой, блять. Давай, дай ему из нашего минигана в ответку. Хера не вижу, куда шмаляю, но жизни вроде у него убивает. По-королевски его в слоу-моуши не вальну. Как-то когда миниган у них в руках, он таким мелким кажется. Кулак, смотрите, вообще ничего у него, никакого лута нет. Кстати, у него миниган 8 дамага, у меня миниган вот этот 10. Trinity Tower. Так, ключ от камеры в Trinity Tower. А где тут Trinity Tower-то хоть? А, вот ты. Да подожди ты, не ной. Я еще никуда не ухожу. Че тут? Интересно, тут что-нибудь спрятано? Например, если я перепрыгну... А, говно. Ядерный блок. Может быть, нет? Его тоже нет? Рекс Гудман. Ух ты, блядь. Квест на этом не заканчивается? Надеюсь, Рекс там в убежище где-нибудь сидит, в укрытии.
А, силач это наш? Охуеть. Как так-то? Они хоть предупредили, что тут... По-моему, дробовик надо выкинуть пока что, у него нет патронов. Супермутант Стронг. Как так-то, блядь? Валёк? Так, дайте-ка я попробую тоже с высоты. О, блядь, ебать. Нормально, слушайте, похую вообще прыгнул. Упс. Кажется, там, блядь, дискотека без меня продолжается. Блин, а как мы без Валька-то, ёптать? Или это, как там, отряд не заметил потери бойца, да? Что он делает? А, блядь! Сука, даже у меня рука силовой брони повредилась. Этого чувачка это вообще разорвать должно было. Ничего, надо было по ступенькам бежать. У меня есть идея. Блять, эта установка уже не ваншотит, что ли? Сука, умри от потери крови, гад. Какая миссия? А где этот-то? Говно. А чувак ты где, которого довести надо? А, он телепортируется. Вообще эта миссия не для этой игры. Тут-то как бы никого быстро не убить. Даже ваншотом. А суть, я думаю, именно в этом. Не давать стрелять по этому пассажиру. По нашему. Охуенная стрельба. Ой, блядь, не смешая. Надо этот штыковой, блядь, карабин выкинуть нахуй, походу. Блядь, так и не попал. Говно. Мясник, супермутант, сука. О! Валёк уже сам себя по частям собрал, походу. Отскрёб уже себя от земли после падения. Не, серьезно, нахрен мне вот этот дробовик, если у меня есть снайперка, которая, блядь, тем же самыми патронами стреляет, как я понимаю. Ну, 50-й калибр. А у этого говна. А, 308-й. Сука, хуй угадал. Придется потом тоже в снайперку переапгрейдить, наверное. Поговори с Рексом. Что-то тут FPS проседает просто по жесткому.
тысяча благодарностей за свое время на спасение. Вы идиот, блять. Плати. I was attempting to teach those super mutants human culture. Ой, ёб твою мать. I thought if they could just experience the majesty of Shakespeare, it would change them forever. Но Стронга он, походу, изменил, да? Open their eyes to the wonders of the bard than Rex Goodman, the foremost actor in the world today. Yes, well, in any event, I'm quite grateful. I'd like you to have this. Now, if you'll excuse me, I think it's time I left this awful place. I'm returning to WRVR and resuming my WRVR. Силач Стронг может стать вашим спутником? Ну ебало. Got a second, big guy? Go find milk of human kindness with Strong. Прекрасно, души, а чего? Блять, там его броня лежит по всему зданию. Я ее брать не стал, сука. Why do you want to find this milk of human kindness? Milk is secret to humans. Macbeth say milk make humans strong. Stronger than super mutants. Strong find milk. Drink milk. Make super mutants stronger than humans. Ну, блядь, идиот. Yes, I'll honor my promise. Good. Strong travel with human. Human helps Strong find milk of human kindness. Strong learns secret of human. Это его личный квест? Big guy. Don't eat this one. Чего этого человека не жрать? Man, not tell Strong what to do. Sanctuary. Блять, ну чё, идти, мор... О, у него пушка по умолчанию, слушай, неплохая. Блять, ну чё, надо идти, сука, искать его, бля, броню для него, для урода, для этого. Или пусть так бегает, как лох. Там на крыше тяжелая броня лежала. А это что? О! Hey. Приколись, Стронг, я нашел тебе шмотку. Ну это фуфло, то что там. Ну ему и наручи нужны, и говнаручи, и вообще. Так что, походу, сейчас придется пойти за кадром побегать, поискать для него шматья. Вот, так что на этом можно, в принципе, серию, я думаю, подзакончить. Так что, что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите, все такое.